Всем привет! Ну вот и новое увлекательное путешествие на солнечные Мальдивы. На этот раз нам предстоит перелет катарскими авиалиниями Киев-Доха-Мале. Новейший аэропорт Дохи Хамад открылся в 2014 году и предлагает прибывающим в столицу Катара абсолютно все условия для начала отдыха, комфортной пересадки и приятного отбытия на родину. Помимо национального перевозчика Qatar Airways, сюда приземляются борта почти трех десятков авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Европы. Ну а шопоголиков, без сомнения, порадует зона беспошлинной торговли, где нашли приют более 50 бутиков известных мировых брендов. Себя могу добавить. Аэропорт чистый, просторный и пребывание в нем комфортное. Если у вас большая стыковка между рейсами, то вы можете отдохнуть бесплатно в специальной тихой комнате. Они есть отдельно для женщин и для мужчин, а также семейные. Или же можно отдохнуть в отеле, который находится в аэропорту, но номер надо бронировать заранее. Даже можно посетить спа и бассейн, сделать массаж, педикюр и маникюр, ну и, конечно же, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. После длительного перелета мы добрались до Мале, где нас встретили и доставили на сафарийную яхту «Карпе Нова» для недельного сафари.